Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня у нас с вами урок по HTML и CSS. Мы с вами рассмотрим, как в HTML добавить картинку. Давайте посмотрим, как это легко и просто сделать. Переключимся на рабочий стол. Создадим новую папку. Правой кнопкой «Создать папку». Назовем ее «Сайт4». Enter. И создадим файлик внутри. «Создать текстовый документ». page1.html. HTML расширение необходимо, чтобы браузер автоматически открывал этот файлик у себя. Нажимаем правой кнопкой и выбираем пункт Open with Brackets. Если у вас такого пункта нет, то вам надо установить редактор HTML страниц Brackets. У него есть такой классный плагин, как Emmet, который достраивает теги. Например, вы нажимаете восклицательный знак и нажимаете табуляцию. У вас плагин Emmet достраивает минимальную необходимую структуру HTML документа. Тег HTML, тег Head, тег Body. В тайтле давайте напишем «Добавить картинку». Добавить картинку. Сохраним. Итак, для того, чтобы наш документ выглядел хоть похожим немножко на какой-то сайт, добавим тег H1, это заголовок, и напишем «Тест картинок». Добавим тег div, это блочный элемент, контейнер. В нем напишем текст. Текст на русском давайте напишем. Текст 1, пробел. Это выделим, скопируем и ставим несколько раз, чтобы у нас на экране был какой-то текст. И давайте этот текст в этом контейнере div скопируем 2 раза. Хорошо, сохраним. Вернемся в наш проводник и 2 раза нажмем на этом файле. У нас открывается наш сайт. Заголовок на закладке «Добавить картинку», как мы определили в title. H1 – тест картинок. Первый div и второй div. Отлично. Теперь давайте посмотрим, как сюда вставить картинку. Открываем Яндекс. Пишем «Картинка природы». Вот она. Выбираем картинки. И берем любую попавшуюся первую картинку. Ну, давайте возьмем не первую попавшуюся, например, вот эту. Правой кнопкой «Сохранить изображение как». И вставляем нашу картинку на рабочий стол в нашу папку «Сайт4». «Сохранить». Все, она сохранилась. Вернемся в наш код, в редактор кода. И после первого дива нажмем Enter. Ставим нашу картинку между 2 текстами. Для картинок используется тег image, img. Пишем img, нажимаем табуляцию. У этого тега есть такой параметр, как source, src, в котором вы должны указать название картинки. s1200jpeg, то, что мы скачали. Нажимаем на него, и он вставляется. Сохраняем. Идем в Яндекс и нажимаем F5. Да, у нас вставилась картинка, но она слишком большая. Давайте ее немножко уменьшим. Нажимаем на ней правой кнопкой, исследовать элемент, подсвечивается тег img, image, и здесь в стилях пишем, так, ширина, давайте зададим 400 пикселей. Ну, я думаю, нормальная ширина, такую можно оставить. Все, эта картинка вставилась к нам в текст. Давайте теперь добавим вторую картинку. Опять возьмем из картинок любую картинку, вот эту, правой кнопкой «Сохранить изображение как», и сохраняем в папку «Сайт4» еще одну картинку. Видите, у нее название S1200 в скобочках 1, потому что уже такая есть. Нажимаем «Сохранить». Возвращаемся в редактор кода и давайте вставим эту картинку. Еще раз скопируем тег image, вставим. Вот здесь внутри сотрем, нажмем S и выберем второе название файла. S1200, в скобочках 1, JPEG. Сохраняем. Возвращаемся в браузер. Помним, что здесь мы ставили ширину 400. Мы ее должны установить для той и этой картинки, чтобы они влезли на экран. Давайте мы это сделаем. Даже, может быть, не ширину, а давайте поставим высоту. Это high. И давайте 300 пикселей. И вот этот стиль скопируем и применим картинки заранее.
в редакторе, в теге image первом, перед закрывающей угловой скобкой нажимаем пробел, пишем style равняется, кавычки, и вставляем туда высоту 300 пикселей. Копируем этот стиль и применяем ко второй картинке тоже. Перед закрывающей скобкой вставляем, сохраняем. Возвращаемся назад, нажимаем F5. У нас с вами на экране теперь отображаются две картинки. То есть первая и вторая. Если позволяет ширина, то они, сейчас я покажу, отобразятся у вас в длину, да, по горизонтали. Если ширина не позволяет, как вы только что видели, то они отображаются у вас по вертикали. Хорошо. То есть сейчас вы увидели, как легко добавить картинку в HTML-документ. Просто используйте тег image, задаете правильные размеры картинок, и у вас картинка вставляется в ваш документ. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчик, чтобы вступить к нам в сообщество программистов, тем, кому нравится программировать. Вступайте в нашу группу во ВКонтакте. Задавайте вопросы, комментируйте. Будем снимать новые видео. Спасибо.